Ребята, всем огромный привет. Моя мечта сбылась. Не в том плане, что я купил Dodge Ram, а в том плане, то, что мне предоставили этот автомобиль на обзор. 2011 года выпуска. Он, кстати, не на продаже, этот авто. Стоимость разнится там от 3 до 4 до 5 миллионов рублей. В спецификациях, когда автомобиль с тюнингом, там 6, 7, даже 10 миллионов рублей можно встретить экземпляры. 2011 года выпуска. Классный американский пикап. Наравне с Ford F-150 по продажам идет. Но сейчас 2024 года выпуска рамы в отдельный бренд выделились уже. И, конечно, там продажи совершенно другие уже идут. Там сотни тысяч пикапов продаются каждый год в Америке. Так что вот сегодня я представляю вам этот автомобиль. Устраивайтесь поудобнее, вам все расскажу и покажу, как он устроен внутри, снаружи, с чем его едят и что же такое большая американская душа в виде вот этого классного брутального пикапа. Большой вопрос вот в наших дворах, как его парковать. Это, скорее всего, частный дом, нужен под эту технику как минимум. И, соответственно, большой гараж, потому что он, ладно, там длинный, в длину огромный, но он еще и широкий, да, парковка, это вот прям заблаговременное какое-то действие. Приходится даже иногда оставлять этот автомобиль уже на дороге, потому что во дворах его не припарковать. Вот такие классные здесь подножки тоже имеются. Рэм, как хотите, 1500, такая надпись в форме. Все, кстати, у нас стекла и боковые, и задние, и передние Мопар, то есть оригинальные. Просто закрытие, открытие двери какое, а? Вроде бы все простое, даже пластик, вот, подгонка идеальна, но он твердый. Но это вообще не самое главное. Самое главное — это силовой агрегат, коробки и трансмиссия. Двухцветный у нас тканевый салон, ну прям не самого высокого качества по вот этой коже. Множество регулировок по высоте в продольном направлении. Спинка, они широкие, очень удобные. Здесь такая ручка классная. Бац, и запрыгнул. И тоже в этом автомобиле. Ох, какой она, вы посмотрите. 120 у нас это мили, и потом километры. На 200 разметка по спидометру. Такая здесь на американский манер кочерга. И при этом смотрите, как обшит руль. Интересно. Вот здесь кожаная вставка и здесь кожаная. Здесь уже вот такой пластик. Разные, конечно, комплектации есть у этого автомобиля. Вообще изначально, если вы берете на автомате, двигатель будет у вас 3.7 215 лошадиных сил. Это самый начальный. Затем, как здесь, 4.7 310 лошадиных сил. И в топе идет, если мне не изменяет память, там Хэми 5,7 390 лошадиных сил. В любом случае устанавливают газ, потому что он просто ведрами потребляет бензин. От этого не уйти. Все-таки масса. Нет, это V8 огромный. Конкретно вот здесь техническая часть по этому автомобилю. В общем, здесь пятиступый автомат уже идет. Таким образом все устроено. Кстати, в США гарантия производителя на этот автомобиль 36 месяцев или 36 тысяч миль. Да, вот так они поступили. 5,8 в длину, практически там чуть-чуть уже 6 метров.
Колесная база 3556 мм составляет, а минимальный радиус разворота 5,7 метра. Вот это да. Масса 2405 килограммов, грузоподъемность где-то 700 и допустимая полная масса 300-3200 составляет. Топливный бак на 100 литров там. 98 указано. Ну, согласитесь, это прям приличные показатели, как на каком-то S-классе. А здесь, соответственно, надстройка по грузовому отсеку может быть разной. V-образная восьмерочка здесь, 310 лошадиных сил и 450 ньютон-метров крутящего. По два клапана на цилиндр, он одновальный, в общем, переваривает любое топливо вообще без проблем. Заявленные циклы, заявленные цифры в городе где-то 20, от 20 литров, наверное, он потребляет. Что касается подвески, здесь передняя подвеска независимая, на двойных поперечных рычагах, передний стабилизатор, задняя зависимая рессорная подвеска. Конечно, большое количество комплектаций есть у этого автомобиля. Вообще, конкретно вот этот кузов, четвертое поколение, в 2008 году состоялась премьера на североамериканском международном салоне в Детройте. Да, вот показали, и как все ахнули, посмотрели на этот автомобиль. Просто невероятно. Они и конструкцию двигателя перелопатили, и еще остальные интересные моменты, и мультимедиа затронули. Как я уже говорил, по двигателю V8 Hemi на 390 лошадиных сил, крутящего там будет 550 ньютон-метров. И от нуля до 100 такой автомобиль пуляет за буквально какие-то 7 секунд, друзья, 7 секунд. Есть еще версии турбодизель Cummins на 6,7 литра, мощность 350 лошадиных сил, крутящий там 1100 ньютон-метров. Вот это да. Он может оснащаться, этот автомобиль, шестиступенчатой механикой, либо 4, 5 и 6-ступенчатым автоматом. Клиренса здесь более чем достаточно, понятное дело. Он неприхотливый, здесь мощная рама, выносливые двигатели, простая ходовая часть. В общем, это автомобиль супер надежный. А недостатки — это запчасти уж как обычно, ну и сложности с продажей. И, конечно же, вот габариты, опять-таки, может какая-то проблема возникнуть при эксплуатации в городе. А то, что повышенный расход топлива, это решается переходом на газ, вот и все. Это настоящая американская надежная рабочая лошадка, которая каждый день может отправляться в бой вообще без проблем. Смотрите, вот так все здесь откидывается. Здесь у нас вот подстаканники огромные для карт, вот что-то еще можно. Вот если вот это все убираем, здесь отдельная сидушка, как видите. Здесь бокс тоже, посмотрите, как он просто невероятно огромный. Чего здесь только не припрятано. Как видите, это прям раз, два, три на троих. Подлокотник, рам, рам, надпись такая, розетка на 12 вольт, здесь тоже розетка, кондиционер, конечно же, давайте запускаем этот силовой агрегат. Кстати, здесь уже чек горит, но это ерунда, поверьте, для такого силового агрегата запуск, просто запуск какой, а. Невероятный автомобиль, невероятный, мне очень нравится. Вот пикап, как F-150, Lightning, сейчас электро есть уже в США, видите, 2 ВД, задний привод. 4 ВД лог и 4 ВД лоу, это понижающая, то есть блокировка понижающая. Neutral здесь еще. Регулировка для потока воздуха, вот таким образом. Рециркуляция, кондей, температуру регулируете. Вот так. И различные зоны. Traction стабилизация, tall haul mode, если вы что-то буксируете, здесь еще заглушки. Это не самая максимальная комплектация. Sirius XM. Радио здесь есть, CD тоже поддерживает. Ну, как любой Chrysler продукт, тоже AUX есть. Хорошее звучание. Вот по качеству подделки, конечно, могли бы и подтянуть. Но как есть таки. Опять я повторюсь. Люксовое подразделение у бренда Ford — это у нас Lincoln, а вот у бренда Dodge это там, ну вот он сам себе. Нужно понять этот автомобиль. Здесь даже ручное переключение, плюс-минус есть. Вот так нажимаю на тормоз, реверс, так. Промахнулся. Реверс, нейтраль, драйв. Вот так и плюс-минус еще можно. Удобный, кстати, селектор. Здесь все разгружено. Классная вещь. Рулевая колонка у нас регулируется тоже. Круиз-контроль. Классный гидрусик руля. Приятно очень работает. У нас передние стекла автоматические. Задние необходимо удерживать, чтобы поднять и опустить. Тоже здесь подушки безопасности.
управление светом. Давайте все включаем. Регулирование яркости подсветки приборов. Здесь у нас дальний свет фар, еще дополнительная подсветка. В общем, надстройка может разнообразной быть. Есть варианты там на 1000 лошадиных сил, когда он на трек днях, на драг рейсинге рвет просто всех соперников в клочья этот автомобиль. Как же много здесь места, друзья! Как же много здесь места в этом автомобиле. Вот такие огромные солнцезащитные козырьки. Здесь тоже Dodge эмблема такая красивая. Макияжное зеркало имеет со стороны пассажира. Что ж, удобно. Очень удобное кресло. Прям невероятное. Центральный замок здесь вот такой. Лакировка стекол. Электрорегулируемые зеркала тоже огромные. Не то что лопухи, они прям гигантские какие-то. Нажной стояночный тормоз, чтобы активировать, нужно нажать на педальку, чтобы деактивировать, нужно потянуть. Вот за это дело. Капот у нас, он здесь, вещевой бокс. Прям удобно заходить, выходить. Здесь тоже боксы различные. Ну, мультимедиа штатная тоже довольно хорошо играет. Как работает двигатель, а? Это просто услада для ушей. Невероятная вещь. Здесь у нас рекомендации по давлению в шинах. Все самое необходимое, вот такой педальный узел. Если мне не изменяет память, бывает так, что педальный узел имеет электрорегулировку. Вот крепление, где у нас тоже сиденье, блоки. Нужно все будет обработать, но карпет, то есть пол такой прям хороший, износостойкий. Единственная болезнь — это рыжая болезнь. Ржа быстро покрывает этот автомобиль. Нужно следить за кузовом, имейте в виду. Вот. А в остальном противопоказаний вообще абсолютно никаких нет. И 85 газолин, здесь такая надпись из металла. Все здесь. Как видите, здесь алюминиевая такая у нас, можно сказать, крыша, вот такой бокс, стоп-сигнал. Эти болты Торкс у нас тоже красивые, расширители арок. Я боюсь даже представить, сколько стоят вот эти 20-е диски, 275 на 50-м профиле. Можно поставить и 24-е, вообще здесь теряются они в арках. Спереди дисковые вентилируемые тормозные механизмы, сзади тоже. И, соответственно, у нас в данном случае может быть даже и кованые диски дорогущие стоять. Здесь и апгрейд по фарам, по фонарям тоже стоит. Видите, диоды бегущие уже установили. То есть это фонари и фары тоже там. Конвертация, тюнинг был. Вот так все красиво, четко здесь сделали. Фаркоп, безусловно, здесь вот тоже такой адаптер имеется. Ну, таким образом все устроено. Подсветка номерного знака. Запаска под днищем. Подвеска очень выносливая, крепкая. Может даже пробегать 300-400 тысяч вообще без проблем. Потому что все-таки завод-изготовитель изначально задумывал этот авто как рабочий, поэтому он должен в любых условиях проявлять жизнестойкость при любых обстоятельствах. Здесь у нас красивая тоже подсветка. Понятное дело, что вот так это дело открывается. Вот откидывается борт. Так можно посмотреть на этот автомобиль. С какого ракурса не посмотри, вот, допустим, если брать даже какие-то пикапы, типа Toyota Hilux, Hilux, выхлоп какой просто, а? Какой здесь выхлоп, либо же Mitsubishi L200, они компактные и не особо красивые, этот большой, за счет того, что он большой, он невероятно притягательный, красивый, вот такой пленительный пикап получается. Здесь тоже у нас ручки аккуратные, какие только вот эти ручки открытия. Здесь должен быть домкрат, потому что такая схема с домкратом нарисована. По высоте регулировка. Очень приятное кресло. Здесь у нас вещевой бокс. Дальше еще. Как все организовано, внутреннее пространство, конечно, просто невероятное в этом автомобиле. Мне очень нравится. Вот по какому-нибудь хайвею промчать в одну сторону 1000 миль и в другую сторону 1000 миль. Будет здорово. Подстаканники, пожалуйста, здесь имеется. Подсветка. Там вешалки тоже размещены.
Вот он берет, наверное, больше простотой, да, больше простота. Простота и, конечно же, вот какое-то такое, знаете, вот единение, да, что это твоя крепость, она не подведет, ты садишься за руль, запускаешь и понимаешь, что сегодня день будет просто как по маслу. Это здорово. Центральный замок, электростеклоподъемник. 4,7 более чем достаточно на таком выхлопе. Я уж боюсь представить, как 5,7 звучит. Ну, сейчас количество комплектаций, оно просто невероятное. Этого автомобиля на 2024 год, если смотреть все это дело в конфигураторе, там столько комплектаций. Закачаешься, ты потеряешься просто в выборе. Можно буксировать лодку, можно буксировать, скорее всего, даже какой-то автодом без проблем. Вот это конвертация на диоды, на линзы, как видите. Тоже дорогущая тема, наверное. Тоже светодиод туманки. Рам, надпись красивая. И давайте заглянем под капот. Что там такое? Капот легкий тоже. Упоры классные, возможно, даже алюминий. Он всегда сухой при любых пробегах. Там даже если миллион миль будет, он всегда будет сухим. Обратите внимание, вот здесь как на грузовике практически. Такие моменты. Мотор просто V8 потерялся. Как на грузовике тоже. Воздушный фильтр. Система охлаждения идеально реализована. Посмотрите даже на эту буквы. Engine oil, то есть это масло. Там на трансмиссию щуп идет. Как он работает, этот звук, а? Тормозная жидкость, жидкость для гидроусилителя руля, маслозаливная горловина. Здесь предохранитель реле, находится АКБ, шумка, все сухое, абсолютно сухое. Chrysler Group LLC, такая надпись. No adjustments needed, то есть нет необходимости что-то регулировать. Скорее всего, гидрокомпенсаторы или нет, или все-таки там нужно регулировать клапана и цепь. Стоит ГРМ. Одно только звучание чего стоит. Очень много пространства. Мне по ощущениям сюда залезет. Да?
Даже то, что V8, там, 2 V8 спокойно впритык зайдут. Такая красота. Сейчас давайте немножко вам продемонстрирую тоже нижнюю часть автомобиля. Шикарный пикап во всех отношениях. Он с душой определенно. У меня даже язык не поворачивается сказать о том, что это просто повозка какая-то. Не получится так сделать, друзья. Так, регулировка вперед отодвину я. Давайте посмотрим, как же там выглядит трарит сиденья. Смотрите, сколько места. Это тоже складывается. Здесь такая лямочка, нужно потянуть за нее, и вот так все можно сложить. Там обычно инструменты прячут. Опа, забираюсь. Вау, тоже классно, классно. Дальняя поездка, мне нужно преодолеть играючи в этом пикапе, и не устаешь. Что самое главное в таких авто? Есть все, друзья, есть все самое необходимое. Только для работы, но и для отдыха. Конечно, у нас не понимают такие автомобили, у нас в основном это Vesta, Solaris, Polo, Rapide. Что-то из этой серии. Гранта. Такие авто нас не понимают никак. И наполнитель очень классный, по сиденьям меру мягкий, меру жесткий. Давайте немного послушаем звучание двигателя. Сильно не буду прогазовывать, потому что здесь жилой район. Может, кто-то ребенка уложил, может, что-то еще. Чтобы этот момент не нарушать, чтобы идиллию звука не портить. Немножко прогазую. Уф, даже до 3000. Вот это удовольствие, конечно. Ни с чем не сравнимо. Это же оригинал Мопар. Надпись как видите вот здесь. Вот это удовольствие. Что он будет творить на трассе, да еще и в отсечке, просто страшно представить на самом деле. Класс. Мне автомобиль очень понравился. Один из самых любимых пикапов. Да, просто автомобиль с душой, с подачей. Его нужно понять, переосмыслить и вот принять. Как минимум. Конечно, за 3-4 миллиона рублей что-то еще возьмешь в сегменте пикапов. Можно, конечно, и Toyota, и Honda, и Mitsubishi посмотреть наподобие Honda Ridgeline. Так, что он мне говорит? Свет, да? Свет какой-то. Ага, свет дрожит. Включаю. Это, видимо, туманки. Такой он красавчик. На этом все, друзья. Я прям с большим удовольствием сделал этот обзор для вас. Еще некая информация. Сколько он может буксировать? ВИН, Made in USA, сборка США. Вся необходимая информация. Что ж, потрясающий пикап. Если кто созрел на покупку, берите, не пожалеете. Просто обалден. Игрушка для взрослых уже детей. Классное авто, мне понравился. Всем удачи, берегите себя, хорошего настроения. Пока.